Друзья, если вы заинтересованы в своей конфиденциальности, хотите, чтобы ваше местоположение было недоступным для определенных лиц, то я вам могу сказать, что есть такая программка, которая работает на iOS-устройствах и на Android-устройствах. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Party. Джуард. Это поддельное свое местоположение Android, iOS в любом месте. Изменяйте местоположение GPS на вашем устройстве в любом месте по всему миру. Работайте с каждым приложением, основанным на местоположении, мгновенно импортировать движение GPS естественным образом, включая джойстик для гибкого изменения местоположения, настройка маршрута и скорость движения GPS, нет необходимости в джейлбреке или ускорении, поддержки всех устройств iOS, Android до iOS 16 и Android 13. Измени свое местоположение. Одиночное, заданный маршрут, то есть делиться в соцсетях и так далее, и так далее. Вот это с точки А в точку Б, это множественный маршрут, это у нас вот который с джойстиком, этот который по кругу и все прочее. Давайте приступим к тому, что у нас будет наглядно. Итого, после того, как мы скачали данную программу, установили, подключаем наше устройство, все, оно определяется, жмем ОК. Дальше нам нужно будет включить режим разработчика, то есть у нас здесь в приложении появится окошечко такое с инструкцией, нам нужно зайти в настройки, конфиденциальность, безопасность, опускаемся вниз, ищем режим разработчика, активируем данный режим, перезагружаем устройство, после чего он вступает в силу, после этого наше устройство определяется и мы можем приступать к работе. Ну все, мы в принципе сами все видим, что устройство у нас определилось, все показывает данную геопозицию, мы можем менять, буквально в верхнем боковом меню поиска вводить геоданные любого города, любой страны и в реальном времени перемещать устройство. То есть первый режим, как вы можете заметить, это у нас просто перемещение. Задаете скорость как пешехода, велосипедиста, либо автомобилиста, задаете маршрут, с какой скоростью он будет двигаться. Точно так же задавать направление. Это все просто и в реальном времени это все работает. Следующий режим немного другой, это заданный маршрут с точки А в точку Б, то есть выбираем нам нужную точечку, точно так же в настроечке меню выбираем, это будет какая заданная скорость и заданный маршрут, в принципе ничего сложного, в реальном времени отображается точно так же на всех устройствах. Следующий режим точно такой же, только многоточечный, мы натыкаем нам нужный маршрут. Все, нужная скорость, это будет пешком, на велосипеде, на автомобиле, не имеет значения. Можете расставлять сколько вам угодно, включаете и в реальном времени идет. Но для этого вам нужно уже оформить подписку, чтобы иметь все остальные, в принципе, функции. Это очень классный режим, поэтому советую, ныряйте в описании под видео в закрепленном комментарии. Вас ждет все расценки, все условия, описание и так далее. Вот, друзья, как сами все видели, в принципе, ничего сложного нет. Ссылки все в закрепленном комментарии и в описании под видео. Вам просто нужно скачать, авторизироваться, подключить ваше устройство, включить в настройках конфиденциальности режим разработчика, перезагрузить устройство и программка в принципе работает. Все. Хотите полную версию? Как сами видели, есть доступные первые три пункта. Одиночный режим, там данный маршрут режим и в режиме передвижения. Дальше у вас это уже будет платная версия. Поэтому если хотите, чтобы у вас был весь функционал, то вам придется оформить подписку. Поэтому вот как-то так. Но темка прикольная, она рабочая. Поэтому советую, ныряйте, скачивайте и делайте все свои необходимые дела. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.